Здравствуйте! Вас приветствует компания ВС Украина. В нашем сюжете посмотрим разгрузчик вагонов «Хоппер» на 60 тонн в час. Данный сюжет состоит из нескольких отрезков, включающих разгрузчик вагонов на разных стадиях производства, а также тестовый запуск с зерном и без него. Тестовые запуски можно посмотреть во второй половине сюжета. Данный разгрузчик вагонов произведен для выгрузки зерновых. В поддоне находятся 4 горизонтальных шнека диаметром 140 мм. В движение они приводятся парой электродвигателей с ременной передачей на 2,2 кВт. Забирающий бункер имеет высоту 500 мм. Борты выполнены из толстой резины высотой 300 мм. Ширина поддона составляет 1,1 метра. Общая длина хоппера 3,4 метра. Горизонтальные шнеки подают материал к забирающему наклонному шнеку диаметром 230 мм. Толщина лопасти составляет 2 мм. Данный шнек размещен в трубе с наружным диаметром 250 мм. В движение он приводится электродвигателем с ременной передачей на 3 кВт. Устройство предназначено для работы от сети 380 вольт. Заказать продукцию можно на официальных сайтах компании ВС Украина. Ссылки на них размещены в описании под видео. Дальше вас будут ждать тестовые запуски разгрузчика вагонов. Приятного просмотра и обязательно подпишитесь на канал!